Так, друзья, всем привет. Сейчас нахожусь на вокзале в Ибаре и отправляюсь в местечко под названием Тулкан. Не путать с Толканом. Так, приехал я только что в Тулкан. Ехал 3,5 часа с Ибары. Проезд стоит 3,5 доллара. Тут особо в Тулкане смотреть ничего не буду. Здесь особо ничего и нет. Главное особенность, что находится 10 километров от границы Колумбии. Сегодня я ее пересеку, а завтра я участвую в гонке, которая называется «Без границ». Мы побежим в Колумбии и закончим нашу гонку в Эквадоре. Трасса 15 километров. Дошел до парка, где выдают комплект участника. Вот такой комплект, футболочка, чип. Сейчас пойду куплю водички и пойду выпьялис. Уже в Колумбии, оттуда начинается старт. Распогодилось, хоть солнышко появилось, а то приехал, был дождь. Так, я дошел до границы, вот мост, его переходишь. Там написано «Добро пожаловать в Эквадор». А там «Добро пожаловать в Колумбию». Все, перешел мост, ты уже в Колумбии. Сейчас пойду в Випьялис, в хостел, а завтра уже будет гонка. Все, прошел чуть дальше, вон слева стоит мигрсиян. Если надо поставить штамп в паспорте, вон, у меня я паспорт даже с собой не брал. Просто прошел по правой стороне и все. Никто тут ничего особо не смотрит. И вот Бенвенида Колумбия. По трассе стоят куча менял, меняют деньги с пачками на колумбийские песо. Но я на один день, поэтому ничего не менял. Все, я в Колумбии. Вот такая граница. Переночевал я, значит, в хостеле, выпьялись. Сейчас иду на гонку. Хостел тут рядом находился, с парком, 10 долларов стоит. Ночь к Сантика называется. Вчера по Ипьялису не удалось погулять, так как вечером пришел. Может, когда побегу, посмотрим еще что-нибудь. Здесь в Ипьялисе есть церковь прикольная, называется Лахас. Но на 8 километрах, а я деньги не менял. Поэтому не посмотрю ее, не доеду. Ну, посмотрим парк, вот здесь будет старт в парке, вон уже люди разминаются. Солнышко, хотя обещали уже сегодня дождь. Прикольно, что никак трасса не размечена, куда бежать непонятно. Церковь прикольная. Люди с автоматами. Напоминаю, гонка называется «Без границ». Мы бежим из Колумбии и Ипьялис и прибегаем в Эквадор, Тулкан. Это гонка
проходит под эгидой койотов Мексики, которые переправляют людей с границы с Мексикой в США. А здесь они тренируются, такая легкая будет переправа людей через границу Колумбии и Эквадора. В общем, сейчас побежим, люди с солдатами фотографируются. Какая-то статуя. Вчера, кстати, шел, прям много людей было, и улочки узкие здесь, вот я здесь. Время 7:30, 8. Можно чуть-чуть пройтись, посмотреть пока. Ну, недалеко, граффити какое-то. В общем, надо разминаться. De todos. Ok, lo vamos realizando. Veo que van llegando personal en este momento. Van llegando los diferentes atletas de diferentes puntos de nuestra ciudad de Ipiales y demás corregimientos vecinos. Asimismo, diferentes personalidades que asisten a estos 15K. La gente está muy contenta. Igualmente, en el recorrido que se hizo en la mañana, la gente calentando, haciendo muy buen calentamiento. Y recomendaciones siempre, antes de comenzar toda carrera, cualquier deporte, hacer un buen calentamiento. Igualmente, la logística. Si necesitan algo, acá hay personal que... Так, время 8:20, видно, старт не 8. Я что-то напутал, народ прибывает, все разминаются. В общем, скоро старт. Так, гонка в 9, я выяснил, народ прибывает. Сейчас объявляли, типа, добро пожаловать участникам из Колумбии, Эквадора, и отдельно сказали, добро пожаловать из России, так что я тут представляю Россию. Я вчера сказал, что я из России, и, видно, это запомнили. Прикольно. Так, играет гимн Колумбии. Сейчас гимн Эквадора. Осталось. Сейчас бежим поверх нелегальных мигрантов через границу. Так, я приготовился запустить часы вовремя, а то обычно все время забываю. 20 секунд. 5. Пошел обратный отчет. Стартанули.
Cerezo. Ahí va gente bonita desde Medellín, Pereira, Cali, Pasto, Popayán, vea. Toda la gente bonita de Ecuador también corriendo, la gente de Carchi, la gente de Tulcán, ¿en quién más, mi primero? Claro que sí, también tenemos al Ejército Nacional, representados acá con nosotros, con mi coronel, R23, el Gaula Militar. ¡Eso qué bonito! Ecuador acá presentándonos a nosotros. Главное, чтобы дождик не пошел. Километры. В общем, бегу. Все держим. Заехала машина скорой. В общем, еще чуть позже. Пробежали 3 километра. Полет нормальный. Группа растянулась. 5 километров побежали. Еще 2/3 дистанции. Полет нормальный. Воды, правда, не было. Вернее, я видел пакетики с водой, но их не хватило только, кто бежал первым. Где-то через 2 километра граница. Там включусь заново. Хватает не всем. Дорогу перекрыли ради нас. Все стоят, ждут. Подбегаем к границе. Подбегаем к границе. Ассоциация койотов Мексики. Здесь предлагает ускориться, потому что тогда не главное перебежать границу, а там прошлить убежище. У нас на американской границе. Вот такая колумбийская, эквадорская, дырявая. У нас впереди мост и границы. Я бегу сзади с рюкзаком, чтобы положить куртку. Там вполне могла быть не куртка, а 2 килограмма запрещенных веществ, которые можно было пронести. И 200 других участников тоже могли пронести. Так, нам написано: возвращайтесь скоро в Колумбию, мы тебя ждем. Руменчака. Руменчака мост. Между Эквадором и Колумбией. Вот здесь можно проходить официально. Никто не проходит.
Это пробегаем границу. Все, мост. Этот мост разделяет Эквадор и Колумбия. Ух ты! Давайте на кого-то напали. Видно, он нес запрещенные вещества. Все, убегаем в Эквадор. Еще 7 километров где-то, даже 8. Эквадорская сторона побольше. Но 8 километров. Вот там можно некрасиво. Если надо поставить штамп. Мне кажется, все надо забивать. В общем, если что-то надо принести через границу, вот можете участвовать в гонке. А может не участвовать и так все проносит. Вот это старое здание. Первая вода на эквадорской стороне. Сейчас идет подъем, тяжело. По часам бежать. 6 километров. Вот табличка до Тулкона. Осталось 3. Водопой. Спасибо. Мне аж 3 дали. Была табличка 10 километров, хотя на моих часах 9:40. Причем осталось где-то 5. На эквадорской стороне нас встречает с флагом. Остается где-то 3 километра. После горки я восстановил ритм. В конце можно ускориться. Бежим дальше. Осталось 3 километра. Напалил офигительный дождь. Все мокнем. Мы бежим. Осталось, наверное, километр полтора. Пробегаем памятник полицейским. Финиш. Еще один подъем. Ненавижу подъемы. Осталось чуть-чуть. Ну, меньше километра, наверное. Три километра льет дождь. Хорошо, что у меня кроссовки с гортексом. Ноги сухие. Осталось чуть-чуть.
закончил. Дождь проливной. Надо часы остановить. Так, все, закончил. Иду получать медальку. Gracias a Agua San Jerónimo, la agüita que hidrató a todos los atletas. A verificar Tulcán. Claro que sí, la empresa privada, primera edición, carrera atlética, 15K sin fronteras. No sé. Oiga, la carpeta, una hora 28. Dándole el masaje correspondiente. Muchas gracias a todos. Чувак спросил у меня время. О, muy bien, Rusia. Rusia. О, Rusia. О, gracias, gracias. О. El amigo de Rusia, el amigo de Rusia. Sándwich allá. Su medalla. Cierra la mano del ingenio, cierra la mano del ingenio. Cierra la mano del ingenio. Ah, no, no, gracias. Меня встречали. Все знают, что я из России. Сейчас посмотрим, что в рюкзаке. Так. Такая медалька. Пауэрэйд, бананчик. Бананчик, мандаринка. В общем, все, все прикольно. Ah, saludos a la gente de Pasto, a la gente de Ambato, de Ibarra, de Otavalo. ¿Dónde estará? La gente de Ipiales, ¿verdad? Pues, pues, a la gente de aquí. Esa. Fernando Hernández, de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño, saludando a nuestros hermanos ecuatorianos. Y que viva Colombia y Ecuador. ¡Que viva! ¡Esa es! Народ еще финиширует. Дождь не заканчивается. Ну, прикольно, что на стадионе финишируем. Как настоящий спортсмен. Я тут местная звезда. Все меня знают как Руса. Руса, Руса. Представили даже. По радио. Primer lugar, Alison Velasco, 1:10. Segundo lugar, так, это прыжки в бетон, как я понимаю. Беспощадная эквадорская легкая атлетика. El segundo lugar para Verónica Rocío Rosero. Y un saludo a Furcunina y a MC5. Muy bien, el próximo año está invitado, ¿de acuerdo? Porque la segunda edición será en este mismo mes, el próximo año. Muchas gracias, ahí estaremos. Perfecto, así están, los primeros premios están yendo de tienda deportiva SIC. Seguimos. Seguimos, acá también tenemos el nombre de la señora Nube Arango. El nombre Nube Arango, la señora Nube Arango que se hizo acreedora. Atención, la señora... Нубе Аранго, пасели ла воз. Продолжается награждение, но я уже пойду на автовокзал. Тут еще полчаса идти и поеду в Убару, где я сейчас живу. В общем, гонка понравилась. В принципе, хорошо организовано было. Я был местной звездой, единственный гринго. Сейчас мы еще по дороге что-нибудь покажу в Тулкане вам, если что будет интересное. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока. Так, а это... не парк. Это такое красивое муниципальное кладбище в Тулкане. Вы знаете что? Я потерял линзу. Кажись, что это угодно. Ладно, я практически не пользовался.
друзья любители кладбища. Мы с ними все французские кладбища обходили. Это статуя. Разные фигурки. Какие-то непонятные животные. Вниз далеко идти, но уже фигурки заканчиваются. Все, пойду обратно. Вот такие небольшие, год жизни написано на плитах. А есть побольше. Это вид могилы. Так еще 3 часа до Ивары ехать. Так кладбище сверху выглядит. Здесь тоже могилки. Мусорку так выход бы найти. В общем, это кладбище, местная достопримечательность. Все гуляют тут. Такие арки. Но я уже дальше не пойду.
выходе надпись «Тулкан». Так, все, прокладываю маршрут. И иду на автовокзал. Это площадь Независимости, где вчера получали комплект участника. В общем, иду дальше. На автовокзал душ опять начал моросить. Так, немножко свернул направо. Какое-то старое здание прикольное. Это театр городской. Так, все, возвращаюсь на дорогу, как от вокзала. Вот еще церковь прикольная, смотрите. С часами. Совсем городские часы. И небольшой сквер. Там служба идет. Все, сел автобусом, сразу поехал. 5 минут только ждал. Наверное, часа в 4 буду в баре. Такие дела. Всем пока. Автобус минут 30 стоит, сейчас зашел чувак из службы по борьбе с наркотиками, проверял все документы. Наверное, его ждали, сейчас поедем. И багажды смотрят наркоконтроль, поэтому стояли полчаса. Все, теперь точно еду домой. Остался час доехать, а полиция второй раз досматривает автобус. Ищет наркотики и седлы проверяет.